На ковре в красном трико борется Тимур Николаев. Команда Республики Саха-Якутия. Мастер спорта. Республиканский центр спортивной подготовки. Тренер Владимир Кириев. Первый тренер Николай Крылов. Тимур, победитель Дальневосточного федерального округа. В синем трико борется заслуженный мастер спорта Магомед Курбаналиев, Дагестан, параллельный зачет, Санкт-Петербург. Магомед Курбаналиев, чемпион мира 2016 года, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы. Магомед Курбаналиев тренируется под руководством Шамиля Рашидова, Забира Раджабова. В красном трико на ковреце. Мастер спорта международного класса Тажудин Акаев, Москва, Дагестан. Тренирует спортсмена Иману Мурза Алиев. Тажудин Акаев, победитель чемпионата мира среди студентов. Его соперник, мастер спорта России, Халил Яхиев, Чеченская республика, борцовский клуб «Ахмат», город Грозный. Бронзовый призер чемпионата России. Бронзовый призер международного турнира «Гран-при» Иван Ярыгин. На ковре А в красном трико мастер спорта Ильдус Гениатуллин, Татарстан. Бронзовый призер чемпионата России 2016 года. Его соперник, действующий чемпион Европы, завоевал золотую медаль в этом году в Риме, Курбан Шираев, Дагестан, мастер спорта международного класса. Курбан Шираев в этом году также успел завоевать золотую медаль на турнире Гран-при Иван Ярыгин. Все это до начала коронавирусной пандемии. Январь и февраль месяца текущего года. Кстати, Курбан Шираев – один из самых молодых борцов сборной команды России. Ему всего лишь 21 год. На ковре Б победил заслуженный мастер спорта Магомед Курбаналиев, Республика Дагестан, параллельный зачет, город Санкт-Петербург. На ковре С победил Тажудин Акаев, Москва. Приглашаются Магомед Расул Гази Магомедов, Дагестан,
Семен Терещенко, Хакасия. На ковёрце приглашаются Ацамас Санагоев, Республика Северной Осетия Алания, Кахабир Хубешты, Северная Осетия Алания. Доктор, пожалуйста, ковера. Ацамас Санакоев, Кахабир Хубешты приглашаются на ковер С. На ковре А чистую победу одержал Курбан Шираев.